Первые задания, первые ошибки, объемы информации и море вопросов. Проект «Битва блогеров», который стартовал на прошлой неделе, уже принес всем вовлеченным и вдохновение, и головную боль. На правах телевизионного партнера программа «Beauty Time» знакомится с командами и их наставниками, звездными блогерами, которые, кстати, тоже когда-то начинали свой инстапуть. Сегодня мы на встрече команды Светланы Савичевой и Катрин Дитрих. Я никогда не планировала становиться блогером. Так получилось, реально. Я просто, у меня был затяжной декрет. Я нашла там аудиторию, для которых была кому-то полезна, кого-то я вдохновляла. Я всегда занималась спортом, делилась своими успехами и неуспехами в том числе. Пыталась быть искренней, рассказывала так, как оно есть. Я никогда не говорила, что материнство – это просто вот там блаженство. Для меня Инстаграм стал площадкой, где я могу самореализовываться. Вот я же фотограф, мне хочется показывать свои работы кому-то, мне хочется какой-то отдачи. И для меня это стало такой вот хорошей площадкой для этого. Для меня Инстаграм – это вдохновение. Я хочу видеть красивую картинку. Некрасивых, вот, выйди на улицу, пожалуйста, сплошь и рядом. Поэтому для меня это вдохновение. Я хочу красивых людей, красивых картинок. И изначально это визуальная соцсеть для того, чтобы вдохновлять. Либо делиться чем-то полезным. Двигаем местами, собираем, как пазл, собираем красивую ленту Инстаграма, чтобы она была стильная, гармоничная, прикольная. У нас уже было первое задание – описать себя, сделать, создать шапку профиля. Это первый продающий пост, нужно было себя представить. И у многих был ступор. Так, кто же я? Бьюти-коуч. А нет, я все-таки риэлтор. Да нет, я многодетная мама. Или нет, или все-таки же. И вот, в общем, они мечутся между своими какими-то желаниями, какими-то хобби и не могут определиться. Сегодня вот у них одно, завтра другое. Но это тоже да, их путь, их возможность себя попробовать в разных сферах. Честно скажу, есть у нас девочки, которые пришли не с конкретно поставленной целью. Вот, и поэтому мы для них приготовили сюрприз на следующей встрече. Хотим им помочь в плане направления, немножко раскрыть. Это будет связано с психологией, но пока мы держим это в тайне. Мы нашим участникам хотим максимально быть полезными и эффективными. Если ты многодетная мама, то ты должна делиться своим личным. А если ты риэлтор, то ты можешь обойти личную сторону, говорить там о профессии, выступать в роли эксперта. Для многих это кажется чем-то таким баловством, чем-то легким, но многие, погружаясь в это, понимают, что да, у меня нет столько времени, у меня нет столько желания этим заниматься. Команда, я считаю, нам очень повезло. Вот энергетически все девочки и Юра, они прям наши. Очень много у нас с ними схожих интересов, есть о чем поговорить. Вот пока знакомимся, но вот за неделю, я считаю, уже у нас есть прогресс. Мы тут вчера учились фотографировать. Сегодня вот еще поговорили про фотоподачу, так что мы ждем от них хороших результатов. Техническая сторона вопроса, правильные фото и содержательный текст поста – это далеко не все, что должен усвоить успешный блогер. Есть в этом красивом ремесле и подводные камни. Нелегко быть искренней на самом деле, потому что люди разные, по-разному воспринимают. И иногда бывают такие моменты, когда мне казалось бы, ну это вообще нормально, как можно к этому придраться? Я там от всей души, но у всех разные жизни, разные ситуации, и твои слова, которые ты вот написала, не всегда можно приправить их смайликами, все равно не так это зайдет для человека, который находится в определенной ситуации, поэтому некоторые воспринимают с критикой. Очень много перехода на личного. Если ты блогер, тебя воспринимают как, ну, а что такого? Я могу вот, ты же делишься, я могу взять тебе и сказать. Вот, то есть на улице никто не подойдет и не скажет, слушай, Свет, у тебя тут что-то не так вообще в жизни, давай я тебе тут помогу. Я никогда не делюсь чем-то негативным, и, видимо, поэтому моя аудитория вообще, у меня очень мало хейтеров. Возможно, я к этому отношусь тоже очень спокойно. Иногда я понимаю, что кто-то мне что-то говорит, и я вижу, это их боль, какие-то переживания, не просто. Я на себя это не переношу, я о себе все знаю, мне кажется так, что если у меня что-то есть действительно, то я не обижаюсь, ну да, это так, что сделаешь, надо расти, и я вижу, что это другие замечают. А если во мне это нет, я вижу, что это просто со мной делится какой-то своей болью, никогда не отвечаю агрессией на агрессию, я либо игнорирую это, просто стараюсь вообще в это не западать, иначе просто можно с ума сойти.
И несмотря на то, что этот проект – битва блогеров, и по правилам в финале выберут сильнейшего, конкуренции с другими командами здесь относятся по-философски. Важно, чтобы каждый участник в итоге стал лучше, успешнее и профессиональнее самого себя до участия в проекте. Другими словами, одержал победу над собой.